на старте очередные участники. Это очень серьезно. И машина, и пилот, новые шины. Сейчас попробуем рассмотреть отсюда. 35-й, наверное, Сильвер или третий, не знаю. Третий, наверное. Что это его? И Куби. Вот, увага. 3, 2, 1, старт. Нет, пока не Пенсгауэр, я ошибся. Это Женя на 70-очке. Легенда всех времен. Газу, газу! Так вроде все просто, песочек, но на самом деле... Только вот длинная передача первая, те, не переключаясь, ну, на автомате хорошо. Вторая машина пошла. Пенсгауэр, это круто. Гляньте, не сломал трассу, посмотрите, в миллиметрах прошел. База на самом деле не длинная у машины. Да, тут куст ограничения, можно вправо брать. Ну, бодро идет. 70-ка уже близка к финишу. Тут ключевое место, сейчас посмотрим. Такое аккуратно надо очень... Не вижу Евгения, я надеюсь, он уже доезжает. Да, 1.50 уже у него время. Я сломали трассу. Уже 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-8, 60. 2 минуты 8 секунд 60 сотых. И тут серьезный аппарат. Прародитель залупазла. Вылетает с карьера. Не получилось не догнать Жену, но... Минута 40, а там у всех было минута 48 где-то там. Это хороший результат, ребята. Это питомец на покупок. Алло. Питомец, да? Это тоже сложно, да. Например, машина сложно. Выход, как обычно, сложный. Я не знаю, уже тут не болит, не сдается. Итак, финиш, ребята, финиш. Есть! 2.11. 2.11. Так, приехал серьезный человек из Прилуг поздравить именинника. Шикарная погода, плюс, наверное, я сейчас 15-17. Я в футболке экстремал клуба. Было 10 лет у них, мы, к сожалению, не попали, но мы о них всегда помним. Это черниговский клуб. Готовы? Тут просто парковка. Думает, что в Карпатах они вдвоем, понял? Ты думал в Карпатах, Андрюха? Так, Чероки второй заезд. Сейчас будет лучший результат намного. Обычно сам у себя выигрываешь, бывает и 10, и 20, и 30 секунд можешь выиграть. Ну, на такой короткой 30 сложно, но 10-20 очень легко. Да и 30 можно. Это очень хорошо. Напоминаю всем участникам, можно улучшить свой результат. У каждого 3 попытки. А может быть больше, если поменяете пилота. Как это ему сделал джип. И джип сейчас на повороте будет спускаться сейчас у нас в лагерь, в карьер, а потом в лагерь.
Идет. Вот такой выход с поворота и сразу левый поворот. Немножко шире надо было сделать, ну, в принципе. На автомате хорошо. А все потом меняется, ребята. Меняется на самом последнем подъеме. Многие машины, которые имеют лучшие результаты на округе, ухудшают их изменения вот на подъеме. И он поднимает сейчас 1.30. О, время прилично улучшит сейчас. То, что я и говорил. 1.46, а было больше двух. Там течет? Краник снят. Так, ну это сейчас заявка даже в первом заезде будет. Я вижу, кто стоит на старте. УАЗа Патрол. Ну, с виду он УАЗ просто. С виду он УАЗ, а внутри... Уже мотор не вытягивает. 3, 2, 1, 2. Тут короткие, легкие машины, оборотистые, бензиновые, с маленькими моторами должны выигрывать, да, получается? Да не, вот эта машина может показать результат. Может показать. У него турбо. Хорошо, дубасит, новые шины вроде я вижу. То ли передний блок мешает вписаться. Смотрите, как ленту не порвал, но собрал все ленточки в одно место. Карпович, а раздвиньте там ленты, он собрал все в кучу только что. Андрюха, раздвинь вот в повороте. А он уехал уже. Он тут ехать не будет уже. Собрал вон, в кучу собрал их все. Так, запустили следующего участника для более динамичного процесса. Да, УАЗу сложно с выворотом. Уже в миллиметрах все рассчитано. Саня покажет, я думаю, результат сейчас. Вписывается в повороты. Оборвал, да? Разрушили трассу всю. Интересно, какое время будет. Один сорок, но учитывая порванные ленты, 2:40. Собрал кусок трассы с собой. Так, Патрол пошел. Трасса не готова, говорят.
Да, все по-разному едут. Ой, Нива появилась. Наконец-то серьезный автомобиль. Застряла. Вот вам и лайт. Не, не застряла, но замедлилась. Залупазлик получается проходимее Нивы. Ну, в стоке полном колеса. Стоковые простенькие. Нива хорошо дубасит. Там кто-то трассу восстанавливает. Тут маленькие машины имеют преимущество. Ну да. ГАЗ-69 должен показать результат. Чинить? Регулировать? Ну, некогда же, времени мало. За 7 месяцев, за 8 не успел, да? Не, за 10. Мы когда, на Новый год ездили или когда там? На февраль. Да. С февраля не успел карбюратор регульнуть до сегодня. Ну, сейчас поехал на каталажке 2. Там такой вязкий песок вокруг сосны. Ну, Нива красиво тут. Здесь. О, тут серьезный пилот. Очень известной компании. Все ее знают. Особенно там, где. Особенно те, кто паркуется в неположенном месте, те точно ее знают. Переживал я, что лайт будет сильно сложный. Нет, все нормально. Хорошо сбрасывает. Стабилизация. Нормально. Тут меня раскачивает какой-то мужик с бородой. Дед Мороз, еще рано вы пришли. Еще октябрь. Ну, Миша честно сдал назад, там, где не вписался. Все равно время будет неплохое. На ручнике, наверное. Да? На ручнике идет, наверное. Судя по запаху. Серьезный автомобиль. Не уверен, тот или нет, с 606 мотором. Это этот 606 мотором, Паш? 606 мотором, робуровской раздаткой. Минута 47. Хорошее время. Это они на ручнике шли, могли быстрее проехать. Так, передний мост. Что-то сломалось, не может тронуться. Сломал новую машину, в общем. Так, поехал. Юля полетела. Две минуты 14, первый круг. Сейчас явно быстрее идут. Трасса более знакомая уже. Что-то как-то... Что-то свалили немножко. Трассу зацепили.
Ого! Ну тут должны вписаться. Не вписались. Скоростной участок. Сломали трассу тут, она вон в начале, Андрюха. За спиной у тебя. Так, я на лидерской машине стою. На 4 секунды лучше 2.10. Так, теперь поменялся пилот, машина та же, но пилот более жесткий. Его даже коронавирус не берет. То есть для него это вообще... Он будет в харде участвовать, там посерьезнее трасса. Более такая изнурительная, с горками. Ну, уверенно. Что-то там колышек им тут все время мешает. Ну, Леня хорошо дубасит. Будет время неплохое, я думаю. Сейчас узнаем, интересно очень. Так, колышек сбил еще один. Ну, где-то по 5 секунд надо отнимать. А лучше 10. Ну, тут вписался красавчик. Есть рулежка. Я, делая трассу, хотел добиться, вот, чтобы... Не в тупую, кто у кого быстрее машина, а кто может ей управлять лучше. Днепр, штиль такой вообще идеальный, а погода просто, солнце вышло. Тут на финиш выход. Один сорок шесть, хорошее очень время.